Нурсултан Назарбаев и Касым Жомарт Токаев поговорили с Владимиром Путиным. Отмечается, что состоялся телефонный разговор Владимира Путина с первым президентом Казахстана, председателем Совета Безопасности Нурсултаном Назарбаевым и президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым. Владимир Путин еще раз выразил признательность Нурсултану Назарбаеву за большой личный вклад в развитие двусторонних союзнических отношений и успешную реализацию проекта евразийской интеграции. Высказана уверенность в том, что первый президент Казахстана будет и далее активно участвовать в работе по укреплению сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Президент России тепло поздравил Касым Жомарта Токаева с вступлением в должность главы государства и пожелал ему успехов на этом ответственном посту. Условлено тесном взаимодействии в интересах дальнейшего углубления партнерских российско-казахстанских связей и организаций в ближайшее время визита Касым Жомарта Токаева в Российскую Федерацию. На этом у нас все. Кому понравилось, ставим лайк. Подписываемся на канал. Жмем на колокол, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока-пока.